Всем привет! Продолжаем наше прохождение, и мы отправляемся дальше. Мы с Хлоей ищем храмы. Ой. О, черт. О! Да ты прислони. Ну, давай. Да пригоди. А! Вообще я хотела. О! Так не получится, что ли? Но! Ты сколько мне тебя мочить-то? Замочила, нафиг. Сюда. Забавно. Классная драка вышла. Очень клёво. Поехали. Амбал такой здоровый вышел. Да, мало приятно. Попали. Действительно. Помоги. Нейт, давай! Ой, Хлоя. Не пойдет. Придется включить его, чтобы открыть. Подождешь? Да, жаль, почитать нечего. А. Похоже, выключатель на верхнем этаже. Подожди, я сейчас. Блин, лишь бы лифт не свалился, а то это будет такое себе. А здесь будут враги, да? Отлично. Света, нет, девчонка в лифте. Девчонка в лифте, не удивлюсь, класс. Если за углом окажется зомби. Тут взрывные эти... берета. А чё лучше-то? УЗИ или берета? Не знаю. Я настолько не разбираюсь в пушках. Ну, пускай с УЗИ побегаю. Так, а мне дальше, да? Судя по всему, мне сюда. Скачи! О, нет! Саласи. Что-то тут вот пушек много. Блин, могли бы какой-нибудь, ну, топорик придумать? Или с ноги выбить? Зачем патроны тратить? Лишь доски. Зачем мне это? А, я не могу с ней залезть. Интересно. Я тут не допрыгну, да? Сюда, наверное, лезу? Ой. Чё, мне туда? Нет, он туда не прыгает. Подожди, а куда ползти? Ну, допустим. А, нет, туда нельзя. Так, мне явно не вниз. Зачем я его потратила? Да блин, камера. Вот вот сюда. Во. Не хотел наверх лезть в прошлый раз. Ну-ка. Черт! Как ты меня спалил? На! Красавчик. Ну иди, этот придурочный второй. Только не говори, что ты будешь сюда гранату кидать в окно. Но это сверхглупо будет. Это должно быть больно.
Действительно. Какой рукой перезарядил святой? Я не на ту кнопочку нажала. Я косячу. Ладно. Ну как они меня в прошлый раз заметили? А посвистеть нельзя, я посвистела бы вообще бы идеально. И лап. Пока. Пока. Озвучка топ. Озвучка просто класс. Озвучка нравится. Иди сюда, иди сюда. А третий есть? Я и третьего выкину. О, револьвер. Ну-ка. А где, кстати, взрывные эти? Ну-ка. Ой! Клёво. Я в восторге просто от этого. Я в восторге, божечки. Так. А что-то много они наложили этих взрывчатых веществ. Хочу сказать, смотрите, раз, два. Тут можно прям знатную перестрелку, да, устроить? 12 патронов. А сколько максимум можно? Хватит скакать, а? Куда? А если он подойдет, я могу вот так живо? Да сейчас. Нашел дурака. Выходи, горит. У вас тут двое было? Вроде да. Пистолет. Мне для револьвера бы патрончики. Я бы с ним бы ходила бы и вообще бы шик. Потом на крышу еще можно было подняться. Стойте. Можно же было. И туда пойти можно. А, можно было сверху, типа, да? Дробовик. О, лифт. Там это, сокровище. А, ну все. Есть. Тогда нам туда. В ту сторону. Блин, промазала, патроны потратила, промазала. Дробовик. Дробовик. О, микроволновка, кухонька. Наверх не хочет? Только так? Ну ладно. Не-не-не. Тебе конец. Не умер с одного патрона, надо же. Микро-УЗИ. Не хочу я УЗИ пока. У меня еще 5 патронов есть. Нейт! Ты что, там забыл про меня? В смысле забыл? Нет.
Я наверх лезу. О, вот оно. Вот оно, нашел. Вот оно. Тут пройти нельзя, да? Жаль. Так, по-моему, подкрепление едет. Лифт. Ой, почти какой лифт? Лестница. Давай. Поехали. Лифт. По-моему, ты слишком увлекаешься. Лесенку-то опусти мне, дорогая. О, бассейн! У-ху! Плавай. Эй, посмотри, Марко. Серьезно? Давай. Нет. Марко. Хи. Дай поплавать, отстаньте. Я люблю плавать. Я обожаю воду. Я просто обожаю плавать. Можно я тут останусь, а? Бассейн. Ты просто как ребенок. Да ладно, чё ты сразу как ребенок? Я не прочь поплавать. Тут ничего нет. Чё за звук? Какой-то звук подозрительный. Чё-то бахнуло. Чё за звук? Сюда. Куда сюда? Вниз, что ли? Ты что надумал, прыгать? Полетел как. Ладно, я попробовал, что. А тут канат или что вот тут? Не поняла. Или это... Нельзя скатиться. А, вон. Это выше, на крыше где-то. Я туда не попаду. Ну а чё сюда-то? Так, сюда. Да... Блин, куда сюда? Я могу только сигануть и умереть. И всё. Я нажала на кружочек, типа думала, может захватиться, а он не захватился. Так, сюда. Сюда, на крышу? А, ну ладно, на крышу. И опять надо лезть. Ну да, вариантов нет. Я не против полазить. Меня все устраивает. Мне все нравится. Вот мы и на месте. Осталось найти тот самый храм. Легче сказать, чем сделать. Да, ты права. Много храмов-то. О, вот он. Вон, смотри. Вот этот? Тот, что в клубах пыли и пороховом дыму. Повезло. Нейт, там-то Лазаревич и засел. Нам лучше бы убраться отсюда как можно скорей. Ну, выбора нет, так? Рейк обнаружен в 8-м квадрате. А, черт. 8-й квадрат? 9-й. Прочесать город, найти Дрейка и уничтожить. Вот черт, мы попали. Ты черт. Все, уходим. Слушай, Нейт, пора идти. Вау, а у меня такая штука есть? Я же не руками. О, на пистолете, ну ладно. Проклятие. Как нам теперь перебраться? Не знаю. Ну так. Допустим, да? Черт, осторожно. Ой, это неудачненько. Ползи. А, ну все, уже не ползи. Уходи. Назад.
Убежали. Еще меня и вертолет будет обстреливать, да? Что мне с этим вертолетом делать? А, сядь! Нате вам. Попала. Ну. Вертолет мне как снять? Вы мне не подскажете? Может, у вас есть гранатомет какой-нибудь? Ой, извини, Хлоя. Попали под отстрел. Там, кстати, взрывные эти вещества. Что мне с вертолетом-то теперь делать? Ой, я прям под этим стою, да? Может, кинуть? Как кинуть? А я не успею так. И даже если я так захочу, типа, я не успею сделать. Есть смысл его обстреливать вообще? Где патроны были? Где-то патроны лежат. А, вот. Ну как мне его сбить-то? Я же не могу с пистолета его обстреливать. Это тупо. А вон у него... Вот тут мотор. Ну-ка. Не знаю. Оно должно же типа загореться, наверное. Ну я ж не знаю. Пять. Ой. Да. А он все равно не докинет. Может, тут где-нибудь гранатомет какой-нибудь есть? Или УЗИ. Дальше пойти. Пойдем дальше. Сюда! А, ну ладно. Ой. Лучше некуда. Во! Беги, о, красиво. Правда, мы дырку проделали. Ну, такое себе. Ну-ка. Зачем? О, нет. На тебе, лобешник. Я случайно поменял пушку, да? Это тогда и моя.
Мне тут позвонили, поэтому я на паузу ставила. Ноль патронов, ну-ка. Порядок. Я хочу револьвер опять. Только не лифт. Вниз. Проклятие. Вау! Вау! Сюда! Вау! Да, что происходит? Что они делают? Плохо дело. Что они делают? Он дурку нам про... О, ни хрена себе РПГ. И что делать? Ой! Какой кошмар. Да, они еще и стреляют, придурки. Вот дают. Что делать? О, о, удачно, удачно. Стой, куда? Куда прыгать? Куда прыгать-то? Я говорю, стой, он падает. Уклонился. Я нацелился лицом, залупываюсь. Приплыли. А где твоя пушка? Патроны собираю. Что они делают? Нету. А откуда дело. Компашка? Да они где-то по левой стороне пошли раз. Опа. А, вот. Откуда все взялись-то? Все рушится! Вот дерьмо! Так, пускай оно все рушит. Так, свалился. Стекло. Прям экшен на экшене. Клёво. Ну, мы почти на месте. Класс. О, револьвер. Ходим с револьвером. Сюда, быстро! Там часы тикают. Тик-так. А, вот они где тикают. А нам вниз или наверх? Вряд ли у них сейчас высокий сезон, да? Смешно. Сейчас опять вертолетик, да? Должен быть, он же не мог пропасть. Потому что мы опять на крыше. Ага. Ага. О, у него РПГ. Я докину. Пять. А можем мне эту РПГ, а? Слышишь, мужик? Я хочу взять эту РПГ. Удерживать. Мост. Класс. Конечно. Повстанцы специально строили, чтобы бегать по крыше. Вот это удача. Вы видели? Клёво его. Ладно. Классно сделано. Я. Вообще я не это хотела. Где РПГ? Дайте РПГ. О, гранатомет. Ха-ха! Подожди. Класс. Классная тема. Блин, главное не забыть забрать свою потом пушку. Ну-ка. А где? Откуда? Что-то я не вижу откуда. Ну что, пойти дальше? Ладно. Нейт, осторожно! Ага. Вот он. Ложись! Вот так, понятно?
Мимо! Мимо! Да ты гонишь! Сядь! Сядь! Удачно ты ко мне подлетел. А где тут были патроны? Вот. А, моя это самая. А где? На. Блин, мимо. Вот я косая. Да как это так? Ладно. Я столько патрон? Да ты гонишь. Я сейчас просру. Один патрон. Я скосила. Ну там. Можешь поставить на месте? Класс. Нужно еще искать. Вот еще один есть. 4 патрона. Вот еще есть. Вот так, хорошо. Эй, лезь, давай! Попала? Ну, сколько на тебя надо патронов? Нужно, чтобы он не летал. Я то и так попадаю. Задолбал. Все равно. Попало? Вроде горит, да. Да как так-то? Выше. Морду. Да как? Да капец. Это нереально. Божечки. Это невозможно. А, да ты гонишь, да ты гонишь. Что-то попало, это странно, попало. Револьвер, главное. Зачем, блин? А, нет, садись. Ты на туда не можешь? А, он меня сломал, мою эту. Ай! Лети-ка ты туда. Капец. Так, на ту сторону, быстро! Вот теперь по кругу летать начал. Ты не можешь взять оружие в руки, ну божечки. Следующий предмет очень сложно попасть. Ну, по крайней мере, мне. Давай, опускай мост. Ой, божечки.
Давайте пока с гранатометом похожу. Это буду бахать и все. Патрон появится? Блин, патрон пропали. Это плохо. Почему не дают? Так, пистолет и автомат дают. Молодец. А чё, ни то не выходит? Очень подозрительно. Ну, очень подозрительно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Угу. Револьвер. А, ну что там? Чуть мимо не сиганула. Эй, поехали. Пёс, вот как мы спустимся. Давай, давай. Ладно, ладно. Ой! Черт! Все нормально? О, вот это больно. Я найду, как спуститься. Ладно. Так, сюда, да? А в бок не хочешь? Понятно. А я в бок хотела. Лезем по синей трубе. Куда вниз, наверх. Так, ну, наверное, не сюда, да? Наверное. Это плохо, у меня в гранатомете один патрон. Я, конечно, его оставила, но... О, эй, эй, не надо! Эй! Опа, Нейт? Здравствуй! Ты что здесь делаешь? Елена! Джефф, стой! Ты что, знаешь его? Да. Это Дрейк. Какие приятные люди. Прости. Ну... И какими ты здесь судьбами? Намерен обчистить пару храмов? Или, может, музей? Я тоже рад тебя видеть. А ты тут, конечно, с благими намерениями. Вообще-то, мы идем по следу военного преступника. Зоран Лазаревич. Слыхал о нем? Пусть НАТО его ищет. Они думают, он мертв. Убит в ходе налета. А ты решила открыть им глаза? Знаешь что? Он же просто изверг, Нейт. Он же пытал и казнил многих невинных людей. А теперь он задумал что-то еще, но... Но почему же здесь? Что он может здесь искать? Что-то тут нечисто. Нет. Скажи мне, что не имеешь к этому отношения. Не смеши меня. Вот ты где, Нейт. Вроде ушла. Эй, стой! Все в порядке, Хлоя, это... Журналисты. Нам надо торопиться, если мы хотим успеть раньше Лазаревича, так что... О, черт, Нейт! Эй, стоп, стоп, не торопись. Простите, вроде тут пахнет историей. О, Елена Фишер, прошлогодняя модель. Смешно. Да. Нет, нет. Очень рад, что тебе весело. Ну, я плохо представляю тебя с такой рафинированной кисейной барышней. Она гораздо круче, чем ты думаешь, Хлоя. В смысле кисейной? Нормальная она?
Что еще? Она разбила тебе сердце. Ну, хватит. Разбила. Знаешь что, правда, может, это я ее бросил? О, да, Казанова. Нам пора идти. Стой. Они пойдут с нами. Ты в своем уме? Я серьезно. Я не могу бросить их посреди всего этого. Они будут нас задерживать. Хлоя! Если Лазаревич поймает нас обоих... Я их не брошу. Хватит, черт подери, строить из себя героя. Нейт! Ну, хочешь идти одна, а мы пойдем с Еленой. Танцуй с кем пришел на вечеринку. Я понял тебя. Но они идут с нами. Нас не надо спасать, Нейт. Спасибо. Ты в этом уверена? Черт. Маш! А вертолетик снова. Осторожно! О, и что теперь? Че, уже? Так, а где мой гранатомет? Я на это не напрашивался. Я хочу свой гранатомет. Вот тебе! Хи! Красиво улетел. Ха! Мне так нравится. Что-то не хочу пока этот тратить, честно. Он очень мощный. Долг свою башку высовывать выше. Блин, о, у АК-47 какая-то безумная отдача, хочу сказать. Я практиковалась. Идем, идем. Микроузи нет патрона. Угу. А куда идти? А, помоги открыть дверь. На счет три. Раз, два, три. Все. Спасибо. Здорово. Опять! И как нам перебраться? Только не вода. Только не лодка. Только не вода, только не лодка, я вас умоляю. Течение слишком сильное, не перебудьте. Я не готова снова к этому. Чего вы хотите-то? Ну, допустим. А зачем я сюда прыгаю? Да, я, конечно... Сейчас мы постреляем. Хорошая мысль. Наверное, так, да? Ну, это полпути туда. А вон там? А там есть что-нибудь? Я не вижу отсюда. Так, а теперь куда? У меня трясется камера. А. Попробую так, да? Не, ну а дальше? А как мне ту машину? А, вон, наверх мне надо. Все поняла. Я уже поняла, не надо мне подсказывать. Я уже увидела, что делать нужно. А там нету бочки-то. Что-то кинуть туда, может? Тут взрывная есть тут? Может, надо забраться повыше? А, ну давай. Давай, я подсажу. Ее надо взорвать тоже, по логике, чтобы машина уехала туда. И тогда я смогу пропрыгать на машине на ту сторону. Правильно? Спускай меня давай. Эй, лестница! Ну ладно. Могла бы... А лестница не спускается, да? Кхм-кхм.
Вот, вот эту штуку надо кинуть туда. Главное попасть теперь. Самое сложное это попасть в моем случае. Ну-ка. На ходу? Я вообще не попала же. Ну ладно. Тут что-нибудь есть? Микроузи. А там дальше взрывать нечего? Взрывать нечего. Ой, ладно. Дробовик. Пошли, пошли. Это плохо. У меня нету гранат. Это плохо. Блин. Пристрелили быстро. Черт, не попало. Надо вот этого придурка. О! Ну-ка. А, так не прокатит, да? Вообще жизнь остановится. Так осталось эту хрень туда закинуть. Так, а я же не докинула, и оно не достанет, я зря стрельнула. Ой, как зря. А, вон где пролезть там можно было. Сюда. Вот сюда. Вон палочки. Ай! Жаль, гранатомета нет. Берегись! Ну ты гад! Там закат сидит. Не вижу никакого. Порядок. Стреляет. О, гранаты. Сядь. По... Эй, дурак! Вот сюда за коробочку. Ну, сядь. А кто там? Все-таки мужик стоял. Ну ладно. Пришлось использовать, что делать. Откуда? Извините. 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 Я задержалась. Я думаю, откуда тут народ приперлся? Все, будь свободен. Что с ним, всегда так? Да, всегда. С кем? Со мной? Да.
Еще гранаты есть. Еще хочу гранаты. Еще хочу гранаты. Еще хочу гранаты. То, что нужно. Угу. Так, это я оставляю. Че, погнали дальше? Куда идти-то? Сюда, да? Сейчас опять что-то будет, да? Ага. Ну, а, вот труба-то. Ну как, что-нибудь видно? Идем сюда. Ага. Так, давайте мы на этом серию остановим. Мы встретили Ленку наконец. Вот. Посмотрим, что у нас будет дальше. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.